Всем привет! Меня зовут Гузель. Сегодня я расскажу вам, что нужно делать при повреждении багажа. Например, у вашего чемодана сломано колесо. Вам необходимо, не выходя из зоны прилета, обратиться к сотрудникам Lost and Found, либо к представителю авиакомпании. Сотрудники отдела Lost and Found составят акт о повреждении багажа и помогут написать заявление о возмещении его стоимости. На ваш электронный адрес будет отправлено сообщение с регистрационным номером. Убедитесь, что вы оставляли корректные контактные данные. В случае необходимости сотрудники отдела могут попросить такие подтверждающие документы, как чеки и копии багажных бирок. Уточнить статус вашей заявки вы можете на help.airastana.com. Для этого вам нужно в разделе «Отправить запрос» выбрать опцию «Утеря или порча багажа». Для того, чтобы ваш багаж был доставлен без повреждений, упакуйте его перед вылетом. Убедитесь, что в нем нет запрещенных к перевозке веществ. Желаю вам приятного полета!